А ведь мы могли бы убежать, жить в лесу. Нас поймают. Может и нет. Нам все равно далеко не уйти. Добро пожаловать! Пришло время узнать имена наших героев, которым в этом году выпала честь представлять 12-й округ в 74-х голодных играх. Это твой первый год, Прим, твое имя там в первый раз, тебя не вытянут. Примроуз Эвердин! Прим! Нет, есть доброволец! Я хочу участвовать в играх! Наши герои Кейт Мюак и Китнис Эвердин. Им просто нужно зрелище и все. Нас 24, а в живых останется только один. Вы здесь, чтобы сделать меня красивее? Чтобы помочь покорителям. И в наказание за мятеж каждый год 12 округов Панема должны выбирать по одному юноше и одной девушке от 12 до 18 лет, обучать их искусству выживания и готовить к смертельной битве. Пора показать все, на что ты способна. Пусть они тебя запомнят. Мне бы только дать им понять, что они мне не хозяева. Если даже я умру, хочу остаться собой. А я не могу себе этого позволить. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Пойми, все мои действия могут отразиться на вас с мамой. Я боюсь вам навредить. Прошлые игры все изменили. Я чувствую. Что ты чувствуешь? Надежду. Я знаю, ты спасла нас тогда. Но я не могу больше изображать на камеру, что мы пары, и избегать друг друга в реальности. За кого они ее принимают? От нее надо избавиться. Я согласен, но в нужное время и нужным образом. Надо бежать, Гейл, иначе они нас убьют. Они убьют нас. Люди готовы сражаться. Я остаюсь. Вы хорошо показали себя на играх, мисс Эвердин. Но это были лишь игры. Хотите развязать настоящую войну? Представьте, тысячи людей погибнут. Ваших любимых не станет. Что я должна сделать? Это 75-е голодные игры. В честь юбилея участников выберут из победителей прошлых лет. Китнис! Дайте мне попрощаться. Китнис! Что надо делать? Думаю, в этих играх все будет по-другому. 75-е голодные игры! Ты готова? Вот и она, огненная девушка, Китнис Эвердин! Забудьте все, что вам кажется, вы знаете об играх. Прошлый год это был детский сад. На этот раз вам предстоит сразиться с опытными бойцами. Последнее напутствие. Постарайся выжить. Твой настоящий враг. У меня никогда не было выбора.
Я не собиралась участвовать в играх. Я хотела защитить сестру. Но Пита я не спасла. Мисс Эвердин, именно то, что мы любим, нас уничтожает. Обращаюсь к каждому, кто это смотрит. Вы должны сложить оружие. Ты жив. Пит, оружие Капитолия. А ты наше оружие. Вы спасете Пита во что бы то ни стало. Или ищите другую Сойку-пересмешницу. Нам не будет покоя, пока жив Сноу. И я устала говорить об этом. Сноу должен заплатить за то, что сделал. Так или иначе, этой войне придет конец. Но сейчас только ты можешь подлить масло в огонь восстания. С вами один враг. Он – болезнь, пожирающая нас изнутри. Он заставил лучших из нас убивать друг друга. Сегодня мы обратим наше оружие против Капитолия. Дорогая моя мисс Эвердин, не обольщайтесь. Игра не окончена. Добро пожаловать на 76-е голодные игры.